Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 5 июня – волшебный день. Каждый сможет реализовать свои мечты. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Понедельник, 5 июня – позитивный день, энергетика которого дарит радость бытия и помогает ощутить внутреннюю свободу. В эту пору управляемы благоприятными 17 лунными сутками. Успешными будут все действия, доставляющие вам удовольствие, позволяющие реализовать имеющиеся таланты и способности. Вероятность конфликтов сегодня крайне мала. Однако важно не допускать критики и негативных высказываний в адрес окружающих, так как подобные действия лишат вас удачи. Луна переходит в знак Козерога, благодаря которому на первое место выходят материальные вопросы и трезвый расчет. Тем не менее, влияние 17 лунных суток оставляет место для романтики, в то же время не позволяя потерять голову и помогая избежать спонтанных действий. В этот период люди становятся спокойными, терпеливыми, уверенными в себе. Поэтому общение складывается самым лучшим образом. С наступлением этих суток вы ощутите внутренний подъем, благодаря которому любые начинания будут успешными. Если же вы неожиданно ощутите тоску или беспокойство, необходимо проанализировать свои поступки и действия, так как мрачное настроение указывает на неверный выбор цели. Подумайте над тем, что именно стало причиной плохого настроения, и постарайтесь оградить себя от источников негатива. В 17-е луны сутки нельзя поддаваться унынию, идти на поводу мрачных мыслей. Поэтому, даже если что-то мешает вам испытать радость, не позволяйте себе впадать в отчаяние и замыкаться в себе. Корректируйте собственное настроение, ищите хорошее в любой ситуации и пользуйтесь любым поводом, чтобы почувствовать радость. Не отказывайте себе в отдыхе и развлечениях. Найдите время, чтобы встретиться с друзьями, посетите после работы развлекательное мероприятие. Больше веселитесь и радуйтесь жизни. Сновидения, увиденные сегодня, помогают разобраться в ваших взаимоотношениях со второй половинкой, а также дают возможность выявить скрытые творческие способности. Толковать приснившиеся с помощью сунника у вас вряд ли получится, поэтому доверьтесь интуиции. Обратите особое внимание на тревожные и вызывающие беспокойство сны, так как они говорят о том, что вы принимаете решения под влиянием внешних обстоятельств, игнорируете собственные потребности, либо не до конца понимаете, чего именно хотите. Наступает время вдохновения и фантазии, поэтому любое творчество будет успешным. Возможно, вы ощутите желание освоить новое хобби или посетить необычный мастер-класс. Не препятствуйте подобным порывам. Даже если не уверены, что достигнете хоть каких-нибудь успехов, следуйте за своими желаниями, и вы непременно добьетесь цели. День не подходит для бездействия, провести его нужно как можно активнее. Рекомендуется получить какой-либо новый навык, воплотить в жизнь давнюю мечту, к примеру, записаться на урок спортивного танца. Если вы предпочитаете отдохнуть от трудов, выберите развлечение, которое поможет узнать что-нибудь необычное. К примеру, сходите на экскурсию по загадочным местам родного города. Физические нагрузки в эти сутки необходимы, но увлекаться спортом нежелательно, так как велик риск переоценить собственные силы. Позитивная энергия дня дарит ложное ощущение всемогущества, из-за чего тренировка может закончиться переутомлением. Луна советует. Энергии дня достаточно активны, но они не подходят для начала новых дел или проектов. Постарайтесь взять выходной и провести время в компании близких. В противном случае лучше всего продолжить работу над текущими задачами, завершить начатое ранее. Общение с коллегами будет проходить позитивно, но совместными делами заниматься не стоит, так как нормально организовать рабочий процесс сегодня будет непросто. Можно проводить деловые переговоры, заниматься поиском новых партнеров. Также это хороший аппарат для посещения собеседования и смены работы. Чтобы финансовые операции, проведенные в эти сутки, были успешными, не совершайте необдуманных действий. Откажитесь от заключения сделки с непроверенными партнерами. Не совершайте спонтанных покупок или вложений. Вы можете одалживать, занимать деньги, но лучше ограничиться небольшими суммами. Работа по дому следует отложить на другое время. Даже небольшая уборка, проведенная 17-го на сутки, способна нарушить домашнюю гармонию и привлечь негатив. Поэтому выполняйте только неотложные дела, а все остальное отложите на потом. День подходит для любого общения. Люди настроены позитивно, поэтому сегодня вы можете наладить любые контакты, помириться после ссоры, завести полезные знакомства. Также это хорошее время для общения с близкими, семейных посиделок или вечеринок с друзьями. День идеален для любви и романтики. Одинокие люди сегодня обладают наибольшими шансами найти свою вторую половинку, а сложившиеся пары получают возможность стать ближе друг к другу
избавиться от противоречий. Существует примета, что влюбленная часть семейной жизни началась 17-го на сутки, никогда не расстанутся. Начатые сегодня поездки породят вас новыми впечатлениями и интересными знакомствами. Каких-либо сложностей в пути не предвидится, поэтому вы смело можете отправляться в длительные путешествия. Более того, даже пешая прогулка по ближайшему парку придаст вам сил и подарит вдохновение. День подходит для любых светлых практик, избавления от неудач и безденежья. Также удачными будут обряды, направленные на улучшение отношений между супругами. Приступать к ним необходимо только в хорошем настроении и верой в успех. Прогоняем бедность. Вам нужно сделать следующее. Наберите стакан воды, поставьте на стол, зажгите свечку. Далее возьмите любой нож и начинайте по часовой стрелке мешать воду этим ножом. Когда будете мешать, вы должны говорить такие слова. Острым лезвием мешаю, все зло изживаю. Иди туда, откуда пришло. Мне не вреди, бедностью не гноби. В темноту убирайся, добрым людям не попадайся. Истина. Говорим 3 раза. Все это время вы должны мешать ножом. После воду нужно вылить. Нож помыть соленой водой, и им можно пользоваться как обычно. От неудач. После заката выйдите из дома, либо выйдите на балкон. Далее подумайте над тем, что именно мешает вашему успеху. Затем 3 раза скажите. За порог шагаю, беду свою с собой забираю. Луне ее вручаю, вместо нее удачу получаю. Пусть. Здесь назовите то, что вам мешает. И продолжайте. От меня навек уйдет, на краю света болотах пропадет. Истина. Говорим 3 раза. После возвращайтесь домой и все. В скором времени неудачи вас покинут. Чтобы в доме был лад. Это простой ритуал. Поможет, если в доме стали частыми ссоры между домочадцами. Заранее приготовьте чистую белую тряпочку. Берите любой абсолютно, даже можно носовой платок. Наберите немного воды в любую емкость. Наговорите на нее такие слова. Спор до остуда. Из моего дома уходите. Меня и близких не губите. Нет вам тут места, не для вас замешано тесто. Идите болото зыбучие, сквозь леса дремучие. Там вас ждут, поджидают, гостинцы для вас собирают. Сюда не возвращайтесь, к моему дому не приближайтесь. Вот говорим 3 раза. Затем намочите свою тряпочку заговоренной водой и протрите все поверхности, после чего выбросьте ее в мусор. Остатки жидкости выплесните за порог. По народным приметам в этот день отмечают Ливон огуречник. Родившиеся 5 июня близнецы, склонные к риску, индивидуалисты. Благодаря основательности, упорству и общительности обычно добиваются успеха в карьере и достигают материальной состоятельности. И хотя сами себе они кажутся логичными и понятными, на самом деле со стороны понять ход их мыслей бывает очень непросто. Иногда кажется, будто их мысли лишены всякого здравого смысла. Однако оригинальное мировоззрение ничуть не мешает им, а напротив, выгодно выделяет их среди окружающих и помогает находить необычные решения. Их талисман – рубин. 5 июня на Руси обычно занимались посевом огурцов, отсюда и пошло название «огуречник». Говорили, что если до 5 июня это не сделать, то потом смысла в этом не будет, все равно уже ничего не вырастет. Как и при других полевых работах, сеяли огурцы по особым приметам. Например, перед этим всей семьей съедали на завтрак яйца, а скорлупу собирали и толкли в крошку, туда же добавляли толченое пасхальное яйцо. Все это мешали семенами и шли сеять. Согласно поверью, 5 июня было крайне нежелательно делать ремонтные дела в доме. Считалось, что даже такие простые процессы, как починка инструмента или покраска, могут принести человеку травму. И перед сном, как обычно, 1 раз повторяем такие слова. Я знаю, что есть много возможностей для меня, и я буду открыта к новым опытам и возможностям в будущем. Вот говорим 1 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно увидите новые возможности для себя.